Ну, так, я включил вас на громкую связь. Алло, да, слышно, да? Ну, слышно, слышно. слышно. Мне просто одно интересно. Если человек говорит вот за правила ПДД, если он говорит за правила ПДД, как он вообще поближе, может парковать на тротуарах? Ну, фотографии получается, он торгует на тротуарах, его машина становится. Если он признает, как бы, то, что он не прав, спора нет вообще. Если он не признает, что он не прав, это как неправильно вообще. А кто сказал, что это неправильно вообще? Мне вот интересно, кто бы это такой Вот назвался бы сейчас, подожди, подожди. для Вот начала? задайте вопрос, вы имеете в виду, значит, вопрос о том, что, как бы, если он признает, точнее, если это нарушение, то он должен его признать. И правильно будет по-мужски, чтобы признать нарушение и, как говорится, с этим дальше жить и больше так не делать. Правильно я понял? Я вас понял. Хорошо, мы вас услышали. Вот, спасибо за звонок. У нас еще прорывается, мы сейчас ответим. До свидания. А назваться, видимо, как бы человека Не, было ну он бы... позвонил, телефон есть, как бы, если есть, если хочешь обратную связь, я тебе дам номер телефона, можешь с ним пообщаться. Ну вот в прямом эфире Ну, такой я звонок как бы поступил. понял то, что человек, видимо, уже под датой и все дела. Не, ну если Почему ему ты решил под датой? Я, что-то допустим, сейчас надо... общался, ни черта он не под датой. Просто здесь связь так прерывалась. Но могу тебе точно сказать, что явно человек не имел признаки опьянения даже в разговоре. Но если ему что-то надо, пускай занимаются. Как бы все там галдят, а на самом деле никто не хочет Но вопрос такой. Время, вот ты чтобы признаешь доказать это нарушение? Что это нарушение, действительно? Что на вот когда мне за это постанову выпишут, нет, и я не это... смогу ее обжаловать. Сейчас, знаешь, я тебе так скажу. Тогда я признаю, что сейчас это нарушение будет. Твоя позиция, как у Алексея Шамардина, который говорит, вот пока меня не привлекли, я понимаю, по закону да. Мы говорим, давай закон отступит, мы говорим с человеческой точки зрения. Вот как простой водитель, ты считаешь, что ты нарушил правила дорожного движения, припарковав свое транспортное средство там? Ну, не факт, что это так далеко на Ну вот самом я деле. По-человечески тебя спрашиваю, ты считаешь, что ты все-таки нарушил там правила дорожного движения? Скорее нет. Ты не считаешь? Но Нет. вот я тебе могу сказать точно, что я считаю, что ты нарушил правила дорожного движения. Более того, когда я тебе присылал фотографию, спрашивал тебя, там, ну, да, ты действительно не прав. Ты помню, в итоге-то в конце согласился. Вот почему тебе сложно? На самом деле, мне не сложно признать свою ошибку, если я действительно совершил. Это абсолютно нормально. Любой человек должен уметь это признавать. Вот и я к чему тебе? Вот человек тебя пытался вывести на то, чтобы ты признал свою ошибку. Ты мне в личной переписке ее признал. Сейчас ты стесняешься, не знаю, ты смотри, ты теперь публичная личность. Алексей, ну, я это понимаю, где у нас звук идет? Слышно? Ну, выключи его, а то он меня отвлекает. Значит, ты публичный человек сейчас стал. Ты хотел этого, не хотел, ты им стал. Поэтому у тебя нужно держать удар тебе. Соответственно, если есть какой-то за ну, тобой логично. Косяк... Если человек думает, что я не прав, пусть он это докажет. В чем проблема? То есть именно подожди, тебе доказать, так, что фотографии это недостаточно? Меня привлекли... Фотографии недостаточно? Не, подожди, мы не говорим про привлечение к ответственности. Мы говорим о нарушении, которое имеет место быть. Вот скажи, ты припаркован был на тротуаре? Ты прав в этой ситуации или не прав? Я не знаю, что там до конца, так что вот, это знаешь, надо я тебе скажу, выяснить. Тебе нужно вот в силу твоей молодости, там, неопытности, и так как ты сейчас такая уже публичная персона стал, там, маленьких масштабов, больших, неважно, тебе нужно учиться чему? Признавать свои ошибки, достойно себя вести. Вот это правильно будет. Если ты так не сможешь, ты вызовешь еще больше агрессии, еще больше ненависти к себе. Разве тебе это нужно? Если у тебя есть благие намерения, то ты и веди себя соответствующим подобным образом. Я тебя не собираюсь там, я там, может быть, это звучит как нотация, это мой тебе совет просто как человек, который занимается общественной деятельностью уже 7-й год. Поэтому, поверь мне, признавать свои ошибки – это очень классно. Это даже очень сильного человека. Ты свою силу тем самым продемонстрируешь. Пока я считаю это слабостью, но ты – это нормально. Сейчас ты еще не опытен, у тебя еще все впереди. Но ты должен прислушиваться к тому, что говорят. Прислушиваться, но не слушать. Возможно. Опять же таки, у машины может быть не один водитель. Это тоже такой все очень интересные факты и лазейки. Просто общественные. Послушай, я могу, можно любого, любого, любое правонарушение, какое вот совершишь, я, допустим, вот, если я захочу, можно, значит, нарушить и не понести за это ответственность, я это могу сделать. Потому что я знаю как. И любой так человек может, который имеет опыт в этом плане. Но я же этого себе не позволяю. Мне, допустим, совесть не позволит. Ну, представь, как... Ну, мне стрёмно. Вот не то, что стыдно, мне стрёмно будет, если я просто заеду на бордюр, именно на тротуар. Да, когда одно дело,
когда все выровнялось, у тебя все снегом, когда ты не можешь как водитель определить тротуар там или дорога там проезжая часть, ты не можешь этого определить как водитель, там тебе вопросов никаких нет. А когда это очевидно, явно и понятно, но здесь сам знаешь какой. Поэтому я тебя очень сильно прошу, и аудитория, так понял, возмущает это все. Обратить на это внимание, не совершать. Я уверен, что есть другое место. Я понимаю, там, знаешь, у нас люди привыкли, что, значит, где-то вот попку поближе припарковать, чтобы вот прям около входа, чтобы удобно было. Это обязательно нужно как-то искоренять. Надо вот искать места. Я в центре, бывает, не всегда могу припарковаться. Там с третьего круга там делаешь. А, и то находишь место, где вот да, нормально. Да, на общественности больше уважения будет, больше вот просмотров. Ты же... Было. Все будет больше. У нас еще... А, у нас тут, кстати, вот тут звонит сейчас, эту секундочку. Алло? Да, приветствую. Да, все верно. Сейчас, одну секундочку. Давай я сейчас на громкую связь включу, да? Что-что? Сейчас, 5 секунд, подожди. Блин. Я не... У меня что-то тут много звонков. Слышно меня? Сейчас, подожди. Сейчас, вот у меня тут пройдет... Ребят, пожалуйста, давайте сделаем так. Я сейчас пройдет звоночек, я сейчас поговорю, и потом вы звоните. Просто у меня тут... Я не могу даже как тут переключить. А все равно с задержкой. Да. Сейчас. Слушай, ну я не могу тебя вывести на громкую связь, потому что у меня эта штучка пропала. Там у меня просто звонок за звонком и, в общем, не выводится почему-то. Какой вопрос у тебя? Еще один, тоже интересный. Сейчас, подожди. Ты имеешь в виду по отношению к Белому Мстителю, когда пишут, говорят, что давайте им голову проломим там и сделаем с ним нехорошие вещи? Угу. Да, вы уже давно обещают. Блин, слушай, вот мне бы сейчас... Давай повиси 5 секунд. Я аж слюной подавился. Я сейчас попробую все-таки на громкую связь тебя вывести, чтобы... А то как-то неудобно перед зрителями, я тебя слушаю. И вот, ну, как-то, ну, неправильно, я считаю. Сейчас, одну секундочку. Я все-таки попробую. О! Просто тут вот, сейчас я тебя вывел, а то тут параллельно не один звонок, он постоянно звонит, еще другой. Вот, сейчас ты на громкой связи. Задай, пожалуйста, еще раз вопрос. Вот, смотри, вот, это вопрос, как ты относишься вот к этим, вот, кто-то угрожает постоянно Мстителю, пишет, гневные комментарии. Мститель мне сам видео показывал, как там какой-то Паша Воронеж, там угрозы ему в прямом эфире что-то там, или видео какое-то скидывал. Да, сидит там в лендровере какой-то фраер в штанах за 40 гривен. И чушь какую-то несет, типа там ходи оборачивайся, я тебя там закону накажу. Ты имеешь в виду, как я к этим людям отношусь, да? Ну да. Я понял, все, это весь вопрос, правильно понял? Да. Все, если тебе хочется, можешь представиться в прямом эфире. Да ну, я понял уже, кто это. Мститель понял. А, Мститель понял. Я понял. То есть у нас в основном, как они считают, то есть что ездят по понятиям. Я понял. Хорошо, я услышал твой вопрос. То есть, например, понятие, вот, то, что типа человек включил поворотник, ему все уже обязаны, все ему должны. Я понимаю тебя. Хорошо, я отвечу на этот вопрос, так что сейчас я положу трубочку и позволю отвечу, хорошо? Не понял, хорошо, кто это звонит. Все, спасибо. Спасибо за... У нас тут еще параллельный звоночек. Ну, давайте мы сейчас сначала ответим на один, так завершить вызов. Мы ответим на первый вопрос. Это мне адресовался. Там фон. Просто у меня на один, на другой телефон звонки. В общем, смотрите, мое отношение. Во-первых, зачем это делать? Тем более люди, которые совершили ДТП, они в любом случае не правы. И по ПДД, и там относительно, ну, если часть и по-человечески тоже. Потому что, понятно, там на нем по-человечески висит все равно на Белом Мстителе, по моему мнению, тоже часть вины. Но по ПДД он абсолютно прав, и как бы тут ничего не скажешь. Но вот люди, которые пишут вот эти гадости, которые там призывают там что-то с ним сделать. Ребят, во-первых, не нужно ничего делать. Ну, он еще... так скажем, знаете, обрастает, как бы он потихонечку там формируется, значит, у него, значит, он ищет себя. Мне кажется, ты ищешь себя до конца, как действовать правильно, потому что ты в одно время вот так действовал, сейчас по-другому. Вот он сейчас сформируется. Ну и самое главное, это противозаконно. Ни в коем случае не нужно угрожать, особенно приступать к действиям. Не прав человек, ну не прав, ну сложилось так, ну
Я считаю, что эти люди не правы, когда они угрожают, а еще если, не дай бог, что-то еще захотят сделать. Не нужно этого делать, просто потому что оно не стоит того. Его действия не повлекли каких-то таких последствий, чтобы угрожать там или же применять какую-то физическую силу. Да, я понимаю, там ситуация, когда, значит, едет там твоя супруга и там ее вот, как бы ударили. Обидно, печально, но она же не права. Там, вот я, кстати, отвлекусь. В общем, вы, вот мое в целом мнение, неправильно угрожать, неправильно, значит, применять физическую силу. Он этого не заслужил. И еще плюс за одни угрозы тоже можно ответить. Да, можно ответить, все это понятно, все это можно ответить. Тут я тебе так скажу. Скорая помощь, было ДТП. Вот скорая, хотел, да, скорая, да, это конечно. Сейчас, да. По этому поводу. Да. Слава Лобанову. Про скорую потом напомните, ребят, хорошо? Но мы это как раз говорили. Дело в том, что, по моему мнению, была возможность во многих ДТП не совершить его. Мы поняли, как бы, какая позиция у Белого Мстителя по этому поводу. Видимо, люди не ездили на классике, они не знают то, что когда задние колеса блокируются, машина идет. Ну, может ее увести влево, там и все это... остальное. Резкое торможение. Нет, да. Резкое торможение в данном случае. В данном... Тут у нас звонков, я тебе честно скажу. Вот, и причем там даже невозможно поменять полностью так тормозную систему. Ребят, сделать. Вот я прошу прощения, перебью тебя. Вот у нас сейчас смотрят 421 человек, 226 лайков поставлено, 35 дизлайков. Так вот, поставьте, пожалуйста, все, кто смотрит, скорая. Все лайки, потому что ну как это не сопоставить, да? 416 смотрят, 226, половина поставила, другая половина вообще никак не поставила. Ну неправильно. Да не могу я чекнуть донат на Яндекс, у меня Яндекс с Мстителя дома. В общем, по поводу вот вопроса, который был, значит, касаемо, у него часто бывает возможность не совершить, но его задача, он хочет научить тем самым, я как понимаю, человека, который попадает в это ДТП, научить в следующий раз правила дорожного движения, чтобы он их соблюдал, он занял крайнее правое положение. Да, от этого эффект есть, вопрос никаких, но от этого страдают все, вообще все. Все, кто там едут в этот момент, потому что это ДТП. Сколько раз в день примерно, кстати, у тебя случается этих вещей? ДТПшечек? Не знаю, на самом деле. Ну, примерно. Это все. Ну, хотя бы минимум, минимум. Да подожди, минимум сколько у тебя в день? Вчера я, по-моему, не выезжал или да выезжал. Да не про это, подожди. Максимум в день сколько в день у тебя? Было два ДТП. Я, короче, то есть как бы одно стабильно? Нет, стабильности вообще нет на самом деле. То есть это все зависит непосредственно. Алло, я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Давай на громкую связь можешь включить. Давайте, давайте. Сейчас, 5 секунд, повиси. Повиси, пожалуйста. Сейчас у меня просто вот можно. Так, слушаем. Алло, да. Ну, смотри, Белый Мститель, у меня тогда есть супер предложение. Если ты, ну, такой вот беспринципиальный, ну, беспринципный в этом плане, да, что, ну, принципиальный в плане дорожного движения, беспринципный в плане, ну, так называемого человеческого какого-то фактора. Я вот тоже посмотрел некоторые ДТП, я тебе недавно услышал. Так вот, может быть, тогда Белому Мстителю видеть людей, которые набирают смс-ки за рулем, да, и не смотрят на дорогу, перестраиваться перед ними и резко давать по тормозам. По сути дела, будет то же самое. Он не, будет если прав, это но... будет далеко не то же самое. А? Нет, ну не то, чтобы прям резко давать по тормозам. А есть такая штучка видеорегистратора, как правило, она в большинстве машин стоит. Если ты резко влезешь в ряд и нажмешь в кол без причины, то 100% твоя вина, ты попал здесь. Я так, давай, подожди, скажу. Сейчас у нас полемика. Давай, задавай вопрос, и тебе Белый Мститель ответит. Что-что? Да. Это Белый Мститель говорит. Ну вот я считаю, что... Ну, по такому же принципу, говорю, можно наказывать тех, кто за рулем, допустим, сидит вот и набирает СМС. Ну, считаешь, молодец, покупай машину, делай, в чем проблема? Подожди, сейчас он задаст вопрос, потом ты будешь говорить. Я же вопрос задал,
почему тогда не сделать таким образом, я не знаю. Ну, можно еще много разных ситуаций придумать, когда, в принципе, ну, можно поступать по закону, но, ладно, не буду говорить это слово, вот. В принципе, я считаю, что ты прав на этих кольцах. И они, да, они бесят, эти люди, они едут там отовсюду. Ну, нельзя же постоянно... Ну, вот есть некоторые ситуации, где ты в действительности прав, а есть ситуации, где, ну, вот прям совсем, совсем вот прям не туда. Вот специально берешь, газу даешь. Зачем? Для чего это сделано? Для того, чтобы создать хайп, да? Для того, чтобы, я не знаю, там... Я еду в свой... Ну, сейчас, я вот у нас много просто звонков. Это, хотелось бы, чтобы вот закруглимся. Мы услышали вопрос, сейчас дадим возможность теперь ответить. Да. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое за звоночек, за вопрос. Так, ну, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. А то вот какая-то вот перепалка прям была. Задай, пожалуйста, точнее, ответь на него. Ну, то есть человек хочет мутить подставу, как я понимаю, откровенно. Нет, но тебе вопрос прямо был. Прямо вообще, когда перестроение давать в кол тормоз перед машиной, с учетом того, ну, это же, в принципе, смотри, я его логику понял. То есть тогда, когда человек не обращает внимания, ну, плохо смотрит за обстановкой, можно перед ним перестроиться, есть же там моменты, когда человек несколько секунд отвлекся, перестроиться и чуть-чуть притормозить. Даже не в тормоза, а просто чуть-чуть вот так, и он по-любому приедет в тебя. Это что же так можно делать? По аналогии он прав. Ну, беспричинное торможение, если у человека хороший регистратор. Притормозить. Он не затормозит, и он будет абсолютно прав. Но случится ДТП, в котором тот водитель, который отвлекся на телефон, будет неправ. Аналогичная же ситуация, по большому счету, как у тебя. Но у тебя нет на этот вопрос ответ, правильно я понимаю? Ну, у нас небольшие разные мнения на этот счет. Ну, у тебя, ну, ты считаешь, что это не так. Можно такой... Случай. Но это не подстава же будет, верно? Вытащить. Это же не подстава, тоже человек был невнимателен, поэтому он вот совершил ДТП. Это уже непосредственно как там. Отвлекся он там. Тот тоже отвлекся, он не думал, что ты ускоришься. Ну, как бы мы прекрасно все поняли. Но самое главное, Алексей, давай, вот да, там вопрос какой-то, да? Что там? А, ну да, возьму сначала, подожди. Сейчас. Алло? Да, сейчас, одну секундочку, я думал, на громкую связь включу, сейчас включу на громкую. Их. Да-да-да, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер всем присутствующим. Хотелось бы... Так, для начала хочу сказать то, что сам недалеко от Астужевского кольца живу. Как бы чем-то поддерживаем или чем-то нет. И вот хотелось бы заключить с ним пари, если он согласен. Так, слушай внимательно. Вот предложение мое. Тоже часто катаюсь, как ранее я сказал. Хотел бы услышать, согласен ли Белый Мститель, я извиняюсь, просто не знаю, как его звать на самом Олег, деле. Олег. Олег, очень приятно, Олег. Меня Артур звать. Я просто тоже очень не люблю, когда неправильно съезжают, нарушают. И вот если вдруг вы при ДТП нарушите и попадетесь мне, вы готовы отдать свою семерку мне? А если я вам попадусь, то я вам готов отдать 10 тысяч рублей. Вот такое вот пари. А это в принципе исключено, потому что я заблаговременно до въезда на кольцо перестраиваюсь. Это весь вопрос, подожди, сейчас одну. Это весь вопрос, точно. Правильно я понял, Артур? Да, да, да. Спасибо большое. Все не застрахованы. Да, я согласен. Давай, мы услышали вопрос твой. Спасибо тебе большое за звонок. И сейчас он будет отвечать, смотри внимательно, хорошо? Да, спасибо. Все, передаю. Это вот, я так понимаю, знакомый, да, это хороший человек, хороший человек Артур, да. Так вот, вопрос такой был, согласен ли ты? Это в принципе исключено, потому что я... Нет, ну если это исключено, вот смотри, ситуация такая возникнет, тебе вообще тогда сам Бог велел поспорить? Спор такой, пари. Возьмешь ли ты? И в принципе, в итоге это если и произойдет, то там через несколько лет, а потом скажут, ну, ты помнишь? Ты согласен, скажи, вот человек позвонил, сказал, если он не прав, он тебе десятку даст. А семерку? А если ты не прав, то ты ему семерку отдашь. На то, который ты будешь. То транспортное средство, на котором ты будешь. Это же семерка будет. Нет. Ну ладно, семерку ты отдашь. У вас 20, ладно, мы сейчас будем, 5. Вот эта полемика долгая. В общем, смотри, есть конкретное предложение от человека. Зовут его Артур. Значит, десятку, если, значит, он прав, тебе отдает. Если ты не прав в ДТП, ты ему отдаешь семерку. Согласен, не согласен, и все.
Это в принципе не может быть. Я говорю, согласен. Так если не может быть, что? Значит, согласен. Нет. Согласен, значит? Нет. Так возможно такое, что ты будешь виновником ДТП? Сомневаюсь, слишком глубоко вот. Сомневаюсь. А, мы к чему пришли? Что и он может нарушить. Поэтому не спорит. Но все мы не застрахованы, и я могу нарушить. Поэтому он очень аккуратен. Он очень аккуратен. Ну, предложение, Артур, у тебя классное. Десятку с куста вообще. Есть очень хитрое место просто там при въезде по Ленинскому проспекту. Слушай, ты бы ему подставу бы сделал бы, интересно, он десятку бы срубил бы сразу. А средняя полоса как раз там идет на сужение, один ряд машин получается. Или может быть некогда. Ты выбираешь, а тогда вот, я уточняю это пари. Он предложение от него по, так скажем, гонорару, назовем так, а от тебя будет предложение места. Где бы ты хотел бы, чтобы это случилось, значит, чтобы пойти на его условия, чтобы ты реально там был красавчиком? Какое есть место такое? Ну тогда это уже будет состав, скорее всего, 159-й. Явно, потому что заранее договорились. Да нет, ДТП-то вы будете ехать, каждый будет ехать. Вы же не специально будете биться. Кто-то из вас будет виноват. Кто-то съедет не так, кто-то заедет не так. Ну вот скажи, есть место, где бы ты точно красавчиком был? Слушай, вот классные звонки. У нас тут еще один. Ладно, в общем, вот так.